Салам ахшамнус хайраз достар. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Hello, good evening, dear friends. Друзья, такое разочарование. Начал снимать. Покушал еще вот сверху. Там несколько штук хлебушек съел один. Один такой съел. Сок покушал. Солености покушал. Целый стакан сока выпил. А потом смотрю, что видео не идет. Очень жаль. Хорошо, что вначале спохватился, увидел. Так что снимаю снова. Кадр 2, дубль 8. Что сегодня мы кушаем, друзья? Замечательное рагу из куриных крылышек со специями. Мини-азербайджанский гувал еще один был. Я его уже съел. Такие сырные хлебушки в виде сосулек. Сок от курицы. Замечательный сок. Соленые баклажаны, маринованные, вернее, и чили-перец. А пьем сок фейхуа. Больше уже на других языках говорить не буду. В первом видео, в первом дубле говорил. Затянулось, вот это игрался. Так что не обессудьте. Не очень много съел, правда, всего три крылышка съел. Так что продолжаем, друзья. Ну что, снова начинаю опять с гугала. Азербайджанский мини-гугал, это на Ноурус Байрам готовит. Я сам это все приготовил. Все, что вы видите, это я сам приготовил. Я имею в виду еду, а не солености. Такой острый ужас. Так, продолжаем. Очень простой рецепт, но такая вкуснота неимоверная. Вот сырные такие. Помните, в советское время были елочные игрушки, как сосульки, вот точно такие же. Ой. Ой.
Аж слезы пошли из глаз. Когда готовите, друзья, это на сливочном масле обжариваете лук, три больших луковицы мелко нарезанных на сливочном масле. Потом добавляете куриные крылышки, заливаете кипятком 1 литр, добавляете соль, перец в конце, куркуму. И готовите как минимум полчаса. Вначале на сильном огне. Я на полную скорость включаю. У меня там десятка, я не знаю, как у вас. А потом, по мере уже того, как готовится, понижаете температуру. И все. И в конце добавляете 3 или 2 столовые ложки сахарного песка. Хорошенько перемешиваете. И получается объедение, друзья. Я сам все приготовил. Баклажан маринованный. Жалко, что как минимум минут 5 в начале видео не смог. Кушал, оказалось, что не снимал.
Мне там написали в комментариях, по-моему, девушка какая-то написала, что столько еды каждый день, бедные женщины домашние, которые готовят, мучаются. Поверьте мне, вот на слово, могу поклясться, чем только вот можно. Наоборот, я каждый день домашним говорю, что не нужно каждый день готовить, не мучайтесь так. Я сам, потому что часто готовлю. Вот сегодня я сам все приготовил. Не нужно готовить день это дня. День через день готовьте. На 2 дня, чтобы тоже сами отдыхали. Нет, ни в какую. Особенно мать, она соседка наша. 2 этажами выше живет. Она говорит, а что мне делать, если это не готовить? Я не могу сидеть просто так и целыми днями смотреть телевизор. Она пенсионерка. Дай бог всем матерям здоровья. Да, поэтому я иногда даже ссорюсь с ней из-за этого, что хватит себя вот тоже утруждать. Но она говорит, не готовить в удовольствие, так что, друзья, которые смотрят мой канал, вы ошибаетесь, если думаете, что домашним в тягость женщинам готовить. Наоборот. Вкуснота просто неимоверная. Очень-очень сахар, вот небольшое количество сахара. Улучшает намного вкус. Ой, ой, как острое. О. Сейчас буду кушать вот этот сок. Друзья, как же это остро. Сок просто замечательный.
Аж слезы текут. Просто вы не видите хорошо, что, друзья. Слишком острый вот этот перец. Фу, друзья. Пришлось дважды снять видео сегодня из двух этапов. Два дубля. Хорошо, что в первом дубле не слишком много съел и не насытился. А то бы не смог бы доставить удовольствие вам и получить удовольствие сам. Допью. До сих пор горит. Друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Thank you very much for watching, guys. Увидимся в моем следующем видео. Даже говорить не могу. Вся грудь уже горит. Пойду поставлю чай и выпью хотя бы чайку. Ну все, друзья, до свидания. До новых встреч. Удачи всем. Целую.